Все. Дорогие подписчики, решили соревнования устроить. Кто дальше пустит стрелу? 60 лет, 32, 16 и Ярик 15. 60, 32, 16 и 15. Первый стреляю по старшинству я. О, за городом улетел. Все, давай, Иван. Я вижу, я свою стрелу вижу. Куда ты? Ты не весь. Ну там посмотрим. Дальше. Батер, батер. А там не видно, как они летят. Не, я вижу, моя куда улетела. И нормально летят, да? Все, пойдем смотреть. Считаем, сколько шагов, давай. Раз, два. Один считай. Пошли. Сколько метров? А? Ярик, сколько метров? Не считал. Где-то 140 метров. Да ну! А, 140 метров? Это хорошо. А ну пойдем. 140. Третье место я. Ярик последний. Что у меня с голосом? Третье место моя стрела. Как она вонзилась в землю, смотрите. Вот так примерно воевали раньше. Честно. Без никаких вот этих компьютеров. Враг был виден и стреляли. Идем. Второе место кто? Батырка. Все. У тебя сколько? Что не говори? Не мой, что ли? Ой, он не мой. Ладно, я пошел. Вы почти одинаковые. Где-то разница делала. Я сейчас стрелял калмыцкий хватом. И этот немножко. Покажи, какой это. Вот калмыцкий хват. Ой, кстати, лук подарила цыгана Кукшова на день рождения отца. Сейчас еще одну попытку сделаем. Вторая попытка. Первая попытка, последняя был Ярик, второй после него предпоследний я. Потом Батырка и первый Бадма, да? Сейчас вторая попытка. Кстати, луки это, который Алексей подарил наш друг. Да, Алексей со Старополя подарил лук. Сейчас будем его спробовать. Первым стрелял с этого лука Батырка. Он такой тяжелый. Сейчас я попробую. Первый стреляю я. Враг-то подходит. Ничего себе, это круто. Ух ты! Вот это да, она за балку ушла. Не, я бы стойка, щелочек. Стойка. Я лук пожалел. Нет, ты меньше меня. Ну-ка давай. Не спеши. Ты спеши, поспешил. Выше поднимай. Ярик, выше. Нет, не верю. Ты просто низ не взял. Ты Ярика снимаешь, а ты снимаешь там. Я снимаю. Выше лук, выше еще. Не, я батарейку перелетел. Где твой? Короче, вот. Ты последний. Так, второй Ярик. Все, дальше идем. Ярик, где твой? Это второй Ярик. Третий. Первый я. Старый конь. Борозду не портит. Вон на Сашка второй. На много метров? На 8 метров. На 8 метров, да. Вот на Сашкина стрела. А сейчас мы туда стрелим. Не, опасно. И вот Авина. Да, враг был поражен. Ну, представляешь, вот я здесь стою, он смотри, вытыкается, он прям примерно вытыкается в грудь, да? Здесь, а, бах, глаз. Страшное оружие. Не, расстояние на самом деле да приличное. Нормальное расстояние, ты что? А представь себе, оттуда стрельнет 1000 луков, 1000 этих людей, лучников. На левый день. Вот левый, да? А ты на ужин будет. Давай сюда, здесь стрелу возьмем, раз, два. На ужин будет в грудь.
А можно будет либо верблюд, либо арабелла. Арабская. Ну, там уже зовут, да? Так, людей нет, никого, все. Теперь давай все одновременно. Давай все одновременно стреляй. Раз. Одновременно. Все по линии, встаньте по линии. А вот так чуть-чуть. По команде, пли, я говорю, пли вы пускаете. Натягивайте. Ты резко пли скажешь? Не, натягиваем. Натягиваем. Пли! В кого-то попало. Сонату попало в голову.